те, кто хочет стереть историю Азербайджана, учили, что они герои, но на самом деле они преступники. Шаумян и другие, убившие азербайджанцев и совершившие геноцид. Есть и другие примеры. Таким образом, мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур – историческая территория Азербайджана. Как передает канал 13, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ», постконфликтное развитие и сотрудничество. Подчеркнув, что Зангезур – это древняя азербайджанская территория, глава государства сказал следующее. Зангезур был передан Армении в 1920 году, 101 год назад. До этого эта территория принадлежала нам. Когда я говорю Гюйча, они ныне называют это озером Сиван. Это истина. Достаточно взглянуть на карту начала 20 века. На ней вы не увидите Сивана, вы увидите там Гюйчу. То же самое и с Ереваном. Они разрушили историческую часть Еревана. Это очевидный факт, что здесь жили азербайджанцы, включая мои предков. Ильхам Алиев отметил, что это факт. Однако это не значит, что у нас есть территориальные притязания. Я говорил, да, мы туда вернемся. А не говорил, что мы вернемся туда на танках. Я сказал, что мы вернемся. Это означает, что почему бы и нет, если мы возвращаемся в Зангезурский коридор, если мы используем эту дорогу, почему бы нам не вернуться в Ереван? Придет время, мы это сделаем. Я представляю свою позицию.